Я всегда гадаю, вот у меня выбор, вообще большой выбор, и карандашей, и пастель сухая, и пастель жирная, и карандаши цветные, и акварель, и акрил, короче говоря, и фломастеры, и еще там вот сейчас вот много разных фломастеров, водные, неводные, очень много разных вариантов раскраски картинок. Вот. Ну, как в детстве мы раскрашивали. Ладно, сегодня я вот выбрал цветные карандаши. Я всегда пользуюсь цветными карандашами акварельными. Они гораздо лучше, даже если не использовать их качество акварельной размытости. Они вообще хорошие, мягкие. Но к акварельным карандашам всегда не достает хорошего белого цвета. А белые цветные карандаши, они слабые, они не укрывистые. Вот укрывистый, самый лучший вариант – это пастельный. Да и то не все, кстати говоря, и то не все. Я бренды не знаю, рекомендовать не берусь. По разным причинам. Ну, я не заморачиваюсь на этих брендах, потому что иначе некогда будет думать о работе. Ну и очевидно, что, наверное, дорогие все бренды, дорогие все материалы, все, что очень дорого, а дорого, обратите внимание, у нас все неоправданно дорого. То есть, как бы, ну что такое вот белый карандаш? Это мел, который в природе, в общем-то, бесплатно, минерал, который... И звездка, мел там, о господи, это строительный материал, который там измеряется тоннами, копейки тоннами. Но стоит его вот, значит, назвать белым карандашом, дать ему брендежную какую-нибудь брендовую пометку, и его можно продавать с 10-тысячной-кратной прибылью. Вот это меня в брендах-то, особенно в арт-брендах-то, больше всего и досадует. Ну, просто по причине, что ну не хочется самому-то вот чувствовать себя идиотом, понимаете, на котором наживаются вот торговцы. Вот они делают эти красивенькие упаковочки, они делают рекламу и наживаются буквально. Ну вот я человек невоспитанный в капиталистическом обществе и оцениваю вещи по их стоимости, по вкладу в них труда, по себестоимости и никак не по капиталистическо-рыночной прибавочной стоимости. Уж извините. Вот сколько вот сюда в этот мел и карандаш вложили труда, столько и вложили. Не больше, и он не должен стоить, там, я не знаю, условно говоря, больше 10 рублей. А стоит он у нас в магазине, там, не знаю, сотни рублей. И поэтому меня когда спрашивают и говорят, что, а посоветуйте что-нибудь. Да вот я не хочу советовать, потому что, да и сам практически этим не пользуюсь. Ладно, сейчас хватит о ценообразовании рыночном. Поговорим о том, что я здесь делаю. Ну, в общем-то, я пятна распределяю. Если кто-то думает, что я сейчас живописью занимаюсь, нет, вы ошибаетесь. Это отнюдь не живопись. Вот чем отличается графика от живописи-то? Я меньше всего сейчас озабочен, ну, практически не озабочен, там, соответствию атмосферы. Многие говорят, ой, как поймал там, да. Да ничего я не ловлю, черт побери. Меня это тоже раздражает, вот эта фраза «поймал». Вот, понимаете, дело в том, что ловят фотографы, папарацци ловят, ну, ловят ловцы, там, я не знаю, те, кто догоняет, бежит, там, прячется. Это к искусству, вот, поймать что-то, поймать, это к искусству не имеет никакого отношения. Понимаете? К искусству имеет отношение создать, не поймать. То есть художник, он не ловец, он не охотник. Очень многие заблуждаются. И
И меня вот, когда мне говорят, ой, поймал, что-то поймал, да не поймал. Я вот сейчас вот ничего не ловлю, обратите внимание, я сейчас просто вычисляю. Я решаю сейчас, ну, вот можно сравнить, я много играю в шахматы, вот, люблю. Можно сравнить с шахматами. Это стоит интересная задача о распределении, ну, как там в шахматах, фигур, да? Для того, чтобы выиграть на доске. Так тут распределение вот этих пятен и линий. Тоже, чтобы выиграть. Ну, чтобы создать гармоничную. И поэтому я всегда думаю, ну вот, это пятно можно повести сюда, можно повести сюда. Если я его поведу сюда, то здесь как бы вот... Ну, я, конечно, думаю об основных направлениях света, но никак не с точки зрения там реальности абсолютной. Я больше думаю о... их взаимосочетание. Вот если я вижу, если вот здесь я высветлил белым фасад, то значит на контрасте там, чтобы ушло, там значит небо должно быть. Я вот сейчас вот думаю, каким вот здесь сделать небо. Ну, сделаю я его, наверное, погрубее. Потому что вот этот я буду все-таки закрашивать. Ну вот, смотрите, простая-простая задачка, да, раскраска листочка. Я, конечно, не могу вот сейчас вслух произносить, но просто формулировать трудно, да, все те мысли, которые, чувства проносятся в голове, когда я это делаю. Я одно хочу всех уверить. Все не делает, не по наитию все делается. Я не знаю, даже вот те художники, которые это делают по наитию, не могут двух слов связать, а таких очень много. Практически все художники не могут связать двух слов, не могут объяснить, почему они так делают. Это происходит по той причине, что их так учат. Их дрессируют. В художественном училище, да и в институте. Вот этот принцип «делай, как я», когда он приходит в класс к мастеру, к уже готовому, да, и образование происходит не по принципу уроков, а по принципу мастер-классов, по сути дела, когда... мастер просто делает и говорит, делай так, и все. И вот передается вот это, а это не что иное, как на... натаскивание. Знаете такое слово? Натаскивать. Вот, и вот очень многие художники, особенно после училища, они натасканные. Они, то есть, они, в общем-то, понимают, как делать, они чисто ремесленно это знают, вкус у них уже развит за счет насмотренности такой, вот, да, как говорится. И поэтому они делают правильно. Объяснить они это не могут. Не могут. Я могу. Да, я могу. Ну, кстати говоря, не всегда и хочу, потому что, ну, есть какие-то секреты, которыми мне хочется делиться, но только с людьми, которые, как бы это сказать, мне дороги, и которые это пустят не в распыл, не на продажу, да, а на доброе дело. Потому что я же знаю, что 90% и ищущих в интернете там уроки, подсказки и так далее, делают это, ищут это по принципу скорее научиться и зарабатывать побежать, на базар побежать, зарабатывать. Очень мало людей интересуются этим бескорыстно. Вот тем, кто интересуется этим бескорыстно, я готов отдавать свои знания бескорыстно. Я готов им подробно рассказывать вот это вот все. Ну, это уже не во время рисования, для этого надо действительно делать отдельные уроки. Вот, во время рисования достаточно трудно все-таки говорить и рисовать. Не потому, что вообще трудно формулировать, а просто, ну, два дела делать. В общем-то, даже два творческих дела, потому что говорить надо тоже более-менее складно. Вот. Но я уверяю, я вот, что самое главное обучение происходит во время работы мастера и когда он это объясняет. Согласитесь, да? И согласитесь, что очень мало вас кто-то учит логически понимать то, что он делает. Вот. Очень мало учат на своих ошибках.
Очень мало, многие больше кичатся тем, что они делают. Да? Вы видели, как в интернете показывают, ну, вот те же самые уроки, да? Он там с такими понтами включает это все и не рассказывает. Да, во-первых, по двум причинам. Опять же, там и рассказать человек не всегда может. Очень редко. Очень мало преподавателей, которые могут аргументировать. Кстати говоря, и очень много, и очень мало людей, учеников, которые аргументы готовы понимать и слушать. Дело-то в том, что большинству и аргументы-то и не нужны. Им нужны рецепты. И вот это меня расстраивает, разочаровывает. И я поэтому не очень люблю таким людям преподавать. Потому что я понимаю, что ему надо от меня рецепты. Вот рецептура ему нужна. Расскажите, как вы делаете это, как вы делаете это. При этом он думает, что это все можно освоить буквально там за одно занятие. Ну, собственно, рецепты можно выдать, рассказать за одно занятие. Но этот рецепт будет годен только вот для конкретной картинки. Ну, или для какой-то обобщенной такой вот более-менее серии, может быть, там, или темы, жанра. Поэтому все обучение у нехудожников идет по принципу, во-первых, делай как я. Это чисто армейский прием, кстати говоря. А во-вторых, так, ладно, я вот действительно трудно говорить, сейчас я примолкну. Я тут начал кое-что портить. Вот. Очень много, ладно, вернемся к картинке. Очень много нюансов, о которых можно рассказывать. Почему вот я сейчас взял этот карандаш и затемнил этот купол, да? Я могу это объяснить, могу, но уже не буду. Все, я говорю, я тут, когда говоришь, много портишь. В данном случае, ну, если очень обобщенно, то я думаю о сочетании. Сейчас вот больше всего, между прочим, я думаю о сочетании материалов. Если быть очень точным, если быть очень скрупулезным, ну, стильным, вот, то сочетание цветного карандаша с пером – это, конечно, весьма сомнительное сочетание. И тем не менее я нашел некоторое оправдание такому сочетанию. У меня есть этому оправдание. Не буду его рассказывать. Опять же, секрет. Пусть это будет. Вот. Но самое общее, что я могу сказать, что вот в графике, в такой вот графике, как это, самое главное – остановиться, самое главное – лаконичность. Вот. Не удариться в цветовую пестроту. Идеальный вариант – 2-3 цвета. И на этом надо уметь останавливаться. Вот уметь остановиться сейчас было бы очень важно. Вот у меня есть, как это сказать, у меня есть сейчас желание дальше делать. Наверное, такое желание есть у многих. Я имею в виду, кто работает. И тех, кто наблюдает, что здесь можно добавить, можно здесь добавить. И вот тут таится все опасность. Я испортил миллион работ доработкой. Я вот уже страдаю от этого. Вот. И второй вариант, чем я порчу вот сейчас в данный момент, ну, может быть, это сейчас не так заметно еще, но порчу тем, что я разнородные материалы использую. Если я вам этого не расскажу, то вы бы этого не заметили. Но для меня же ведь важно не то, что вы заметите, хотя уже потом многие замечают. А я сам знаю, что я вот здесь использовал, зря использовал, какие-то несочетаемые цвета, несочетаемые материалы. Это происходит постоянно. Ну, у меня, по крайней мере, в моих экспериментах. Этого почти не происходит у тех, кто натаскан,
тех, кто работает с помощью рецептов, а не творчески подходит к этому делу. Вот у них там, значит, нет проблем. Им сказали, вот надо смешать 20% такой краски, такого колера, 20% такого, отмерить по линейке с золотым сечением, значит, столько-то сантиметров и столько-то сантиметров, и у тебя получится композиция. Вранье, это все неправда, да? Вот. А взять колер такой-то, взять колер такой-то, столько процентов, вранье, это все неправда. Получится сухая ремесленная картинка. Творческая работа никогда не получится. Творческая работа происходит на стыке незнания и большого опыта. На стыке эксперимента и большого опыта. Вот всегда себя загонять в это неумение, незнание и поиска, все время вот этого поиска. Как только перестаешь искать что-то, как только перестает работа быть для тебя загадкой, она превращается, во-первых, в скучную, а во-вторых, в сухую и нетворческую работу. Вот как мне здесь сейчас остановиться? Остановите меня, упрашиваю я всех людей. Мне вот сейчас вот надо насущно остановиться. Я вот здесь вот подкрашиваю и уже понимаю, что это, наверное, лишнее. Вот. Не знаю. А может, не лишнее. Вот видите, я сомневаюсь. Не знаю. И тем не менее, короче говоря, вот для чего я это сделал картинку? Кто скажет? Продать ее? Как это вот многие говорят, что там художник, там типа продавать. Продать я ее никому практически не продам, но только какому-то очень тонкому ценителю графики, да и то это все копеечные дела, да? За это время можно было маслом акрилом на маленьком холстике накрасить примерно то же самое, и она была бы абсолютно продажная, и ее можно было бы там вывешивать в салоне. Времени вот на эти миниатюры, честные миниатюры графические, уходит столько же, сколько уходит на, в общем-то, большие работы, часто. Поэтому я это и называю маленькие шедевры, условно, конечно говоря, к большим картинам. Здесь же все уже найдено. Я уже все нашел, пятна нашел, цветовые вещи нашел. А теперь бери краски, бери холст, натягивай и делай то же самое, но только в большем чуть-чуть размере. Вот. Ну, обычно здесь еще провода, но я сегодня не буду, не знаю. Я хочу остановиться, мне надо остановиться. Вот почему я здесь черное делаю, знаете? А не скажу. Не скажу. И еще все, надо останавливаться. Останавливаться и подписывать. Начинал я вчера, закончил сегодня дома. По памяти. Так. Куда поставить автограф? Сюда или сюда? Здесь белое пустое место. Оно работает на эту композицию. Если сейчас его заполню, то здесь будет лишнее это пятно, я вас уверяю, я это уже знаю по опыту. А вот здесь насыщенное место, да? Здесь можно сделать этот автограф. Поэтому я вот даже как стоит автограф у человека, я понимаю, так, вчера было 13-е, насколько он грамотен. Где стоит, как он его пишет. Вот сейчас вот он здесь вот как бы вписался вот в эту общую вязь, которую можно добавить еще. Эта решетка там была. Вот был соблазн, значит, эту елку покрасить. Нет, оставил я ее непокрашенную. И я себя за это хвалю. А вот уже сейчас вот то, что делаю, я себя уже за это не хвалю. Мне немножечко пустоватое здесь место, вот здесь вот. Сюда бы, ну, вообще по-хорошему, можно вот здесь вот. Здесь же фонарь стоял, здесь можно фонарь нарисовать. Нет, он будет лишний. Вот, я понял эту задачу. Как раз я хотел птичек нарисовать, но черных они сюда не шли. А вот белые, смотрите, сюда пойдут отлично. Белые птички.
птиц в небе всегда много. Это подсказка, не ошибетесь. Рисуйте птичек в пустых местах на небе, и вы уравновесите вашу композицию. А я вот, кажется, не уравновесил, а даже лишнее нарисовал. Я же говорил, что лишнее все-таки придется подтереть. Лишнее. И немножко не там. А потому что вверх ногами рисовал. Ну, наверное, так. Достаточно, да? Ну, вот окно еще здесь. Ну, все, пожалуй. Основной белый карандаш и цветные карандаши разные, но акварельные. Акварельные – это не принцип, я же здесь их акварельность не использую, а потому что они просто очень хорошие, они мягкие, они укрывистые. Рекомендую. Thank you.